Сегодня проект «Карта отдыха» прибыл в деревню, да в деревню непростую. 27 залов, 2014 квадратных метров и снега и льда. Все это снежная деревня. Добро пожаловать на урок истории Отечества, друзья. Иначе и не скажешь. В этом году тематика скульптур и барельефов в снежной деревне – бренды России или то, как нас видят за рубежом. К примеру, здесь на тебя строго посмотрит жестокий и бессердечный Иван Грозный, а затем натруженную рабочую руку протянет Владимир Ильич. На созданием грандиозного бренда в этот раз потрудились около 15 специалистов по строительству из снега и около 40 скульпторов. Из эпохи в эпоху ведет нас снежный лабиринт. Уникальная тема. Есть где фантазии развернуться. От Чебурашки до Иисуса пару минут ходу. Есть незримая, но общая нить, соединяющая, на первый взгляд, несовместимое. Это наша с вами культура, наши с вами ценности. И я сейчас не про яйца Фаберже, а про самобытность русскую. Что узнаешь, а над чем-то задумаешься. И тут помогают гиды. Они все расскажут. И даже про уникальные факты строительства этих впечатляющих снежных коридоров. Глыбы льда заготавливают еще весной, когда толщина льда максимальна. Хрупкий материал хранится в специальных 11-тонных морозильных камерах и ждет своего часа. Здесь можно увидеть будущее. По мнению скульпторов и исходя из тематики, оно за чемпионатом мира по футболу. По-настоящему щедрая на снег зима началась только в январе, а вот декабрь, месяц строительства снежной деревни, был для команды создателей очень непростым. Друзья, карта отдыха обращает ваше внимание. Традиционно в конце января, начале февраля на территории снежной деревни проходит фестиваль «Снеголед». Строители уже готовят огромные кубы, из которых скульпторы воплотят свои идеи на тему бренда России. И кто знает, может быть, совсем скоро в Хибинах мы увидим уменьшенную копию Московского Кремля.